Всем привет! Сразу скажу, почему я решил сделать это короткое видео. А потому что нигде нет. Даже фото нет. Я вот столкнулся с тем, что нужно ставить в щит розетку. Конечно, ничего сложного тут нет, любой разберется. Как, в общем-то, и с обычной розеткой, как и с выключателем. Только про них почему-то есть видео. А про эту розетку нет. В общем, это щитовая розетка, которая крепится на динрейку, прямо в бокс. В основном используют на предприятиях или на дачных участках, чтобы можно было прямо в щите запитаться. В квартирах редко нужно, ибо бессмысленно, на мой взгляд. В общем, у розетки сзади только крепление, а контакты сверху и снизу. Сверху обозначен заземляющий контакт, а внизу два оставшихся. Собственно, в эти отверстия необходимо вставить провода и затянуть винтами с внешней стороны розетки. Ничего сложного, но зато теперь в интернете есть визуальная информация по этой розетке. Все, до связи!